Итак, ребята, в данном видео хочу обсудить с вами, почему смартфоны, вроде бы и защищенные, в последнее время постепенно избавляются от своей самой хорошей для защиты вещи – бортика над экраном. Вот Blackview BV6100, не очень свежая, но уже и не старая модель. Бортика нет. 9900. Без бампера, бортика нет вообще. С бампером получается какая-то миссипистическая величина, практически его нет. 9900E. Та же тема, его нет. Короче, какую последнюю модель вы не берите, даже у других производителей, да? Защитного борта, ну, либо вообще нет, либо он равен там каким-то долям миллиметра, то есть это вообще не серьезно. Хотя раньше были вот такие вот борта, то есть тут борт уже есть, его видно. А вот отдельные экземпляры, где борта вообще огромные были, да? Так вот, почему это все убирается, как вы думаете? Не назло нам, нет. А для того, чтобы ребята вот с такой вот штукой, которая называется сепаратор, могли на нас делать деньги. Потому что если вот этот смартфон сюда положить, то как вы его не прижимаете, туда легко пролезает лезвие. Это говорит о том, что данный аппарат, данное стекло без финта ушами, ну никак не нагреет, и, соответственно, экран никак не отклеится. Вот этот крепышок имеет меньше, конечно, зазор, но все равно лезвие туда влезает легко. То есть, опять же, экран отклеить намного сложнее, потому что он плотно не прилегает. А все последние новинки пошли таковы, что все, ничего туда не лезет, стекло прилегает полностью. Вот в этих, в частности, то же самое. Ну, там даже проверять нечего, там зазора ноль. То есть, они просто тупо не пролезут, ну, как сказать, не прикасаются вообще к сепаратору. И поэтому с них снять стекло просто, ну, никак невозможно обычным дешевым сепаратором в обычном сервисе. То есть, теперь аппараты сделаны такими, чтобы вы били стекла. И ребята в сервисе их быстро и просто переклеивали, даже не меняя весь модуль, а, например, меняя только экран. С помощью сепаратора это сделать несложно. Ранее продукция была крепче. И вот у этой продукции, например, почему должны были быть болты сзади? Потому что экран иначе не поменять. То есть мы раскручивали корпус, снимали полностью экран, одевали следующий и опять закручивали на болты корпус. Вот в этой модели то же самое. Поэтому она на болтах. То есть если сделать вот такую модель еще и без болтов, это будет просто тихий ужас для всех сервис-центров. А поскольку мы все хотим, чтобы аппараты были с бортами, но нам получается, что мало кто на нас начинает работать, потому что из-за бортов приходится делать разборным. Если сделали разборным, то клиент раньше времени увидит, что там внутри, и если, не дай бог, там что-то поломается, клиент сам же с собакой ведь и поменяет. То есть он просто разберет, поменяет деталь и соберет обратно. Не будет прибыли ни продавцам новых моделей, ни сервис-центрам по замене запчастей, потому что человек будет все делать сам. А все же денег хотят. Поэтому все производители, сервисники и так далее голосуют своими рублями за то, чтобы вот этого всего больше не было. Чтобы экран был абсолютно плоский, бортов нет, разборность равна нулю. Свое мнение высказал. Скажите внизу в комментариях, что вы думаете. Всем спасибо, это Латуха. Всем пока.